За 5 лет проведения регата «Дружба» стала по-настоящему статусным соревнованием. Мало того, что именно здесь открывается сезон гонок на крейсерских яхтах в России. В этом году «Дружба» — первый этап Кубка страны в классе Open 800. 10 команд приехали в Севастополь, чтобы после длительной зимней паузы вспомнить забытые движения и действия, наладить взаимосвязь в экипаже. Среди участников — именитые спортсмены, мастера спорта и конструкторы. Только на «Дружбе» участвуют 3 яхты, которые собрал Михаил Тихонов. Многие спортсмены обращались к нему за индивидуальной настройкой швертботов. Если мы говорим о классе Open 800, то мы сейчас в правилах подошли к достаточно жесткому монотипу, поэтому практически все параметры сейчас одинаковые. Мы гоняемся вот без этих гандикапов. Кто первым пришел, тот и победил. Поэтому все параметры, мачты, паруса, корпуса, все стараются сделать максимально одинаковыми, чтобы на первый план выходило мастерство. В этом году на «Дружбу» приехали 200 спортсменов со всей России. Крым, Краснодарский край, Ростовская, Саратовская, Нижегородская области, Петербург и Москва представлены на регате. Экипажи смешанные, среди участников немало девушек. И они на яхте не просто как талисман, а полноправный член команды. Я работаю на позиции бакового. Это матрос, который занимается с передними парусами. Это постановки, уборки, замены, прицепить, отцепить фалы, галсы, шкоты, все углы. Плюс там помощь иногда другим членам экипажа. И контроль состояния акватории, ветра, порывов. Вообще здесь очень сложная ветровая обстановка, потому что здесь мысы, ветер закручивается. Из бухты тоже не самое простое, потому что подует то справа, то слева. Кроме проверенных Open 800, Conrad 25 и ORC на регате представлена абсолютная новинка. Ходовые испытания в Севастопольской акватории проходит класс MX-700. Новый отечественный проект спортивной парусной яхты. Аналог J-70, на которой проходят гонки в рамках Национальной парусной лиги, построена на Петербургской верфи. Сейчас уже в закладке 3-й, 4-й корпус. Я думаю, это уже серийные пойдут корпуса. Ну, не будем там забегать вперед, но задача насытить вообще всю Россию этими яхтами и проводить корпоративные регаты, наверное, в каждом регионе. Возможность такая есть, и цена достаточно демократичная у этих яхт будет, ну, по сравнению с яхтами J-70. За время регаты участникам предстоит пройти 100 морских миль, увидеть живописные пейзажи Крымского побережья. Кроме коротких, динамичных гонок на рейде, яхтсменам подготовили длинные переходы. Севастополь-Балаклава, Балаклава-Мыс-Ая, Ласпи-Балаклава и возвращение в Севастополь. Михаил Жиравский, Анатолий Паньков, Севинформбюро.